Знаете, когда берешься рассказывать подобную историю, сразу как-то и сам не поймешь, как бы не запутаться. Тем более, что началось все совсем не здесь, и не сейчас. А, пардон, я и даже не представился. Меня зовут Дженс, или просто Джен. Это, кстати, я там на веревке болтаю. Эмили, это моя сестра. А София, ой, еще третья есть. В общем, про нее чуть позже. С ней все как-то непросто. Так, о чем ты? Да, самое время выбираться отсюда. Ситуация всегда под абсолютным контролем. Ладно, не всегда. Наверное, и про абсолютно я немного загнул, но замысел-то вы наверняка уловили. Согласитесь, быстро ничего хорошего не сделали. Так что терпение. Всему свое время. Все упало.